Ну все, вторую часть мы осилили. Так, это давайте. Давай это по-быстрому пройдем. Так, что тут у нас тут? 5-7. Эй, это мое было. Ну пофиг. Где еще эмка? Нету больше эмок, блин. Ладно, возьму и P5, какая разница. Так, две звезды только. Так, 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 кто-то кого-то не убил. Кто-то кого-то не убили, все. Давай рестарт, рестарт, рестарт. Я тебя даже убить не могу. Ай, это было больно. И слишком подло. Так. Как будете готовы? Мы за чьей-то перезарядки потеряли слишком много времени. Да, действительно, чьей. Так, я не знаю, я уже перезарядился в это время. Блин! А, я в тебе чуть не застрял! Сержант первого класса. Черт. Я в первый класс пошел, надо ромашки купить. Наталья Ивановна, или как ее там? Так, выбор сложности. Тут выбрать роль нельзя. Эвакуируйте как можно больше повстанцев. Действуйте тихо. Что такое LZ? LZ где? Ну, LZ это, по-моему, точка эвакуации. Или точка высадки. По-моему, точка эвакуации. А, не-не-не-не-не, лендинг зон. Так что все окей. Точка эвакуации — это эвакуэшн. Да, это эвакуэшн поинт. Ну это точка высадки, значит. А я тебя жду. Ух ты, винтовочка. Пистолетик. Так, вижу одного. Вижу второго. Не вижу нифига. У нас какие-то странные прицелы. У нас какие-то странные прицелы, точно такие же, если тепловизор юзать во время EMP. Это вообще... У хищника отобрали прицел. А давайте без давайте. То есть нам нужно пройти это тихоря, что ли? Да, надо координировать, видимо, действия. Да блин, я не могу перепрыгнуть! Координировать действия? Да. Какие умные слова знаю. Черт, тех застрелить эту статую. Черт. Дурацкий рекламатель. Вроде никого впереди нету. Вон двое и собака. Собака кого-то там съела насмерть. Че, убиваем их? Да. Ха-ха, ты не того выбрал. Бери, короче, левых, а я буду брать правых. Вот так вот. Окей.
Главное, на выборах сделай правильный выбор. Ну, так и будем. Я за левых, ты за правых. Ну что, убиваем? У меня вот впереди... Я не вижу никого. Давай. Это был... У меня это был на моем экране, это был правый. А, ну молодец. Но они стояли так рядом, я их всех убил. Еще, слева, сразу. Прожектор выключить. Слева. Я левого. Окей. И в жопу собаки. И такое великолепное слово на стене. О! Вот оно, великое русское слово. Черт, прожектор не выключить. Ну, 21 век. У него слишком большие рейтинги. Чего это был сейчас за звук, как будто ты выключил это тепловизор? Ух ты, смотри, человек. Вот так вот? Да. Я пойду за вами. Так это? Скриншот Steam. А, понял. Блин, я только прицелился. Да он на меня просто посмотрел, я уже не... Так он развлекся, мол, иди ко мне, детка. Наверное, штурмовать здание лучше с пистолета. Спасено повстанцев 0, убитых хедшотами 2. Бесшумных убийств 3. А я одного спас. Правда, это не похож был на повстанца, он был похож на какого-то бомжа. Спокойной ночи. Прям невидимый. Чисто. Двое. Что делать будем? Убиваем? Давай по-тихому ножами. Морточка. Черт. Вот меня спутал вот этот вот тварь, который за нами ходит. Зеленый цвет, я думал, ты отошел назад. Он метит каждый углы, чтобы, мол, мы здесь были. Ух ты, еще один. Красота. В двоечку. Комбо. Beautiful. Тут еще слева был, по-моему, один спит. Один лежит? Слева один. Давай я левого. Окей, иди. Он спал. Ну, спокойно ночью, значит. Так, чё куда? Вроде чисто. Вон один. Этот готов. Один тут еще будет по-любому, нет, не будет. Бегу там... куда-то. Да. Направо убежал. Слева чисто. А тут много мужиков, которые я их не заметил. Все заметили, бегут отсюда. Во, кто? Вертолет какой-то. Особенно удачно. Зашибись. Давай еще раз. Нет, это мужики просто набежали. Да, ну, по-моему, сверху стрелял. Так, все, давай теперь по-мужски. Мы, кстати, какой-то храмовник. Что-то он упал. Задумался, мол. Припал к земле, поцеловался. Вон, видишь, там патруль из двоих ведет по станции. Да, тут еще один стоит. Да. Давай убиваем. Давай я левого, ты правого. Окей. А потом... Неплохо. Все. Твоих одной пулей? Его надо... Не знаю, я думаю, ну я два раза выстрелил, два убил. Спасибо за помощь! Спасибо за помощь! О, так мы можем пойти в другим пути. А, нет, стоять. Это мне показалось. Call of Duty? Другим путем? Да! Я даже удивился немного. Сейчас надо спасти этого. Чего, кто? Тут еще в доме в этом. И раньше их не было. Или мы не заходили. Так не было их? Я специально посмотрел в прошлый раз, когда проходили. И никого там не было внутри. Соберите как можно больше повстанцев и двигайтесь к точке эвакуации. Эти парни нам помогли. Сейчас вот вообще будет так прям... Лайк Абаус. Противники ликвидированы. Раз. А, нет, давай дождемся, пока они поближе подойдут. Вот эти вот, которые двое видят.
Точно цель. Ну вроде можно, давай, на счет три. Три. Черт, он лег, умный. А я что-то подумал, что ты сейчас будешь считать от 100 до 3. И так решил расслабиться. Нет, тебе теперь просто 3 говорить, окей, чтобы побыстрее было. Окей, okay. Да можешь просто. Можешь просто стрелять. Спасибо за помощь. Нет, так не трудно. Ну что, заходим, давай штурмуем вот это вот здание. Да можно просто будет обойти, мы же просто прошли там мимо. Там есть, там точно есть. Да, вот он. Ух ты, да ты этот нам из пистолета что ли стреляет? Ну-ка. Стоять, там кто-то еще. Они оружие подбирают, походу. Нет, это я стрелял. Нет. Нет, они просто так около трупов погибают, что... О, бегут, сволочи. Надо собак вынести. Мы его спасли? Да, нет. Спасли, а, нет. Он сдох. А, он умер. Так вот я его... как только мы сейчас опять завалим, надо сразу собачонку валить. А-а-а. Мы же завалим, да? Вообще, сразу же. Сейчас попробую двоих завалить одной пулей. Еее, одной пулей двоих. Осторожно, слева, не забывай. Машинкам. И собака еще спит. В общем, я беру мужиков, ты собаку или как? Подожди, сейчас я дойду. Ну, собака потом встанет. Давай, ты лево, я право. И в жопу собаки снова. А это мы где сейчас? О, флаг советский. Ну, в смысле, герб. Это мы в Чехии. Мы в Чехии, захваченной Россией. О, как. Сурово. А нафига нам Чехия сдалась? А хер его знает, вот серьезно. Я не в курсе. Вот бред какой-то. Я бы обошел ее мирно. Нафига нам не сдалась, там ничего нет, кроме порноактрисы красивой. И все. Спокойной ночи. Давай, иди ты. Так, сейчас сколько будет? Двое, да? Один здесь, сейчас за углом будет. Нет, двое, вот, который. Вот теперь давай по-нормальному. Я лево, ты право, подходим, убиваем. Окей. И всякие твари не отвлекают. Слева! Лев? Вот здесь. Он обошел. Убил? В жопу ему сейчас вколю. А, блин, он обернулся. Я хотел в жопу вколоть. Неожиданный такой сюрприз. А, так, смотри, тут включенный обогреватель электрический. Ну что за бред? Вон, смотри. Без присмотра. Оставленный. В деревянном доме. Так. Спящего я этого. Найс. А мы, кстати, за кого сейчас играем? А, это британский САС. Стоуп. Стоуп, а кто второй? Райт? Подожди, какой СОП? Нет, мы сейчас играем за войска британских САС. У меня ты в шлеме. Нет, у нас комментарий СОУПа и кого-то еще. А вот это я не знаю, у меня английская версия стоит. Ой, русская версия стоит тут. Все комментарии одинаковые. А, вот, у меня написано. Да, у меня СОУП. И все, один только, ну? Осторожно. Сейчас выбегут, по-моему. Вот тут сейчас будут. Вон они стоят. Что делать? Ну, надо троих вынести. Ага, вижу. Подожди. В общем, я беру двоих левых, а ты правого. Окей? Давай. Сейчас он голову поднимет. Блин, они ложатся, когда слышат выстрелы. Вместо того, чтобы подставлять голову под них. Справа двое стоят. Ага, вижу, только мне не убить левого. Там столб.
Сейчас я отползу. Блин, нет. Когда я сюда подползу, я убью. Все, могу. О, погоди, я нашел повстанца, тут сидел в углу. Спасибо большое. Вам, чтобы сзади пацанчики не подошли. Вот отсюда могу убить. Ты правого можешь убить? Я могу левого убить. Теперь. А я правого тоже нет. Левого. Я и левого, и правого могу убить. Кого? Бери правого. Окей. Раз, два, три. Черт, промазал. Он кто-то там стрелял. Они что-то это переполошились. Ух ты, так там еще трое. Опять же один сидит. И двоих можно убить одним выстрелом. Я никого не вижу. А, вот вижу. Я сейчас могу. Я могу двоих что? Убить. А вот я сидячего не вижу. Я сидячего убил. Раз, давай. Два, три. Ух ты, надо посмотреть, чей этот памятник. Написано, наверное. О боже, что за текстуры. Бла-б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 ла. На консолях, наверное, все игры так выглядят. Так, что тут перелез, да? Я вообще подумал в компании, что здесь нельзя перелезть. Вот видишь двоих? Нет. А, вижу, вижу. Левого могу снять. Я правого убью. Раз, два, три. Он просто уходил за машину, и я бы сейчас его потерял. Так что, вот ух один ты, повстанец. Двое. Черт, а. Прямо вот, видел двое? Нет, я не на видел. На углу стояли. Ну, я их убил быстро. Вон там собака и... Так. Две собаки, два человека. Я беру правого человека дальнего и правую собаку. Окей. Убей лежащую собаку и человека. Раз, два, три. Ты и собаку это замочил. Да. Живодер. Вообще. О, салатик зашел. Не знаю, у меня эти выключены. Я только вижу жопу манекена. Уведомление, у меня только сообщение включено. А, все, это конец. Побежали. Видимо, мы кого-то упустили там. Вот это было интересно, да? Там их семеро, кажется. Раз, два, три. Нет. Два, так, подожди. Всего четверых спасли. Как-то маловато. Вообще.